Привет, друг! Сегодня мы поговорим о переменных в программировании. Что такое переменные? Переменная – это определенная область в памяти компьютера, которая имеет свое название, и в ней можно хранить какие-то данные. Это могут быть цифры, символы, числовые значения. И хочу тебе показать небольшую программку, которая продемонстрирует, что такое переменная. Вот представь, что мы с тобой в зоопарке кормим медведя. Кормим яблоками и считаем эти яблоки. И вот наша переменная, в которой мы будем хранить количество этих яблок. Так и мы ее назвали, яблоки. И когда мы начинаем кормить мишку, переменная увеличивается. Потому что он съел 2 яблока, 3 яблока, 4 яблока, 5 яблок. Вот это и есть переменная. То есть наша переменная яблоки имеет значение 5. Также, например, покормили мы мишку в понедельник, дали ему 5 яблок. На другой день в эту же переменную мы будем записывать, сколько мишка съел яблок во вторник. И снова кормим. И снова записываем туда количество яблок. И во вторник мишка съел у нас 6 яблок. То есть переменная — это такая область памяти, в которой мы можем записывать разные значения. Перезаписывать ее, изменять, увеличивать, уменьшать и использовать в дальнейшем в нашей программе. То есть значение переменной яблоки мы записываем в табличку по дням недели, например. Или же потом показываем друзьям, сколько яблок мы дали мишке. Вот такая штука — переменная в программировании. Она очень часто используется в коде. И важно знать, что такое переменная. Потому что практически все программы пишутся с использованием переменных. Но ты не переживай. Мы еще много будем раз использовать переменные в коде. И ты хорошо выучишь эту тему. И сможешь свободно создавать и изменять значение переменных. Счастливо, до встречи!